Привет, с вами Мишков Виталя в дополнительном видеоуроке к онлайн-тренингу «Сила креативного дизайна». Сейчас я буду рассказывать вам, как покупать изображение, в частности, Shutterstock в 6 раз дешевле с помощью сервиса ShopDiz. На самом деле, через ShopDiz, сервис этот, можно покупать еще изображение с iStock, с Photoly, Envato и так далее. Будем рассматривать сейчас исключительно Shutterstock. Итак, по ссылке где-то вот рядом с этим видео перейдите на shopdiz.biz, и в итоге у вас откроется такое окно. Заголовок «Регистрация», где вам нужно ввести ваш новый логин, пароль, повторить пароль, e-mail и, самое главное, код приглашения. Откуда брать код приглашения? Вот как раз таки опять где-то рядом с этим видео будет вот такой текстовый файл, где вот такие страшные строки а-ля матрица, да? И один из этих кодов вам нужно выбрать, скопировать, перейти снова вот в ShopDiz и сюда этот код приглашения вставить. Ввести логин, допустим, и пароль, e-mail, после чего нажать кнопку «Зарегистрироваться». И сейчас начинаются такие моменты, несколько щепетильные. Мы видим текст «Приветствую вас». Power Creative, то бишь меня, добро пожаловать на ShopDiz. Ваша учетная запись успешно зарегистрирована, и для активации учетной записи вам необходимо пополнить баланс на 50 рублей, которые вы потом сможете потратить на нашем сервисе. Итак, об чем вообще идет речь? Какие 50 рублей? А дело в том, что сервис вот этот, ShopDiz, он достаточно скрытный. Ну, мягко говоря, там несколько не все правильно, не все этично сделано по отношению к фотобанкам, с которых скачиваются изображения. И чтобы в этом сервисе не регистрировались неугодные сервису люди, взята такая вот вещь, как плата за регистрацию. Но потом, повторюсь, эти самые 50 рублей, которыми вы заплатите за регистрацию, вы сможете их использовать внутри сервиса, сможете купить какое-либо изображение. То есть эти 50 рублей никуда не уйдут, вы потом сможете их использовать. Нажимаете на кнопку «Пополнить», и у вас будет целый большой такой выбор средств оплаты сервиса. И после того, как вы оплатите, у вас получится вот такой вот интерфейс, где на балансе у вас будет 50 рублей. У меня сейчас 52 рубля. И чтобы вы не пугались, мол, ну а вдруг обманут, а вдруг все это неправда, давайте я вам покажу историю моих заказов. Ну, как я скачивал изображение через этот сервис. Смотрите. Начинаем от 8 февраля. И вот здесь вот 11 картинок. 4 картинки, 7, 4 и заканчиваю 15 мая. То есть, достаточно много заплатил сервису, как видите, по этой графе стоимость. И в чем вы действительно можете убедиться, что сервис это не кидалово какой-нибудь, не лохотрон, а реально полезный сервис, через который можно покупать изображения. Ну и теперь перейдем к самому главному. Как, собственно, покупать эти изображения? Переходите в категорию Shutterstock. Вернемся в Shutterstock наш. И, допустим, вам понравилось такое изображение. Такое изображение ореха. Что вам нужно сделать, чтобы купить вот это самое изображение через сервис ShopDiz? А все, что вам нужно, это кликнуть на строке адреса данной страницы, скопировать его с помощью Ctrl плюс C, либо же вот так вот. Копировать контекстное меню. Перейти снова в Shutterstock. Заранее у вас должна быть выбрана вот эта вот категория Shutterstock. И во второй строке поиска, где написано «Добавьте ссылку или номер изображения». Кликнуть сюда и нажать Ctrl плюс V, то бишь вставить изображение. Нужно будет подождать буквально пару секунд, после чего вам выведется превьюшка изображения, которое вы намереваетесь купить, и несколько вариантов его размеров. Все, чем отличаются эти размеры, это, разумеется, размер изображения в пикселах, то есть 500 на 436, который весит 149 килобайта, и заканчивая вот таким большим-большим изображением, порядка 6000 на 5000 пикселей. Самое интересное, что все эти размеры, они стоят совершенно одинаково.
Поэтому рекомендую всегда скачивать размер супер. И для того, чтобы перейти к следующему этапу покупки, вам нужно нажать на кнопку «Добавить в корзину». После чего вам в случае удачной добавки в корзину выходит такое сообщение. Добавлено одно изображение на сумму 50 рублей. Переходим к следующему этапу. Это перейти к покупке. Итак, у вас вот здесь вот эта корзина у нас. Здесь будет отображаться список всех изображений, которые вы, собственно, добавили в эту корзину. Выберите те изображения, которые вы сейчас действительно хотите купить, и у вас соответствующий баланс. Сделать это можно, кликнув по галочке по тем изображениям, которые вам необходимы. Потом нажимаете на кнопку «Скачать выбранное». Вам выйдет подтверждение, действительно вы хотите скачать выбранное наименование. Нажимаете «Ок». И далее выйдет вот такое сообщение. Ваш заказ обрабатывается, выполнено 0 из 1. Что это значит? Система практически автоматическая, но даже на серверах бывают заминки. То есть пока информация от одного к другому переходит, проходит там несколько секунд. Нам сообщается, поскольку мы одно изображение выбрали для покупки, нам сообщается, что вы можете скачать 0 из 1 изображения. То есть пока что вы ничего не можете скачать. Проверьте состояние через несколько минут. И пока я вам вот это все рассказывал, наверняка состояние заказа изменилось. Нажимаем на кнопку «Проверить состояние заказа». И вуаля, ваш заказ готов скачать. Сейчас он у меня скачивается. И, кстати, вот этот вот заказ, вот эту картинку, которую вы только что купили, можно купить вот через меню «История заказов», кликнув по вот этой ссылке. Но обратите внимание, что ссылки хранятся не более 30 дней. Итак, изображение скачалось. Оно, как правило, скачивается через архив. Я его открыл, и сейчас открываю само изображение. Как видите, никакого абсолютно обмана нету, все работает, это не лохотрон еще раз. И изображение, которое я выбрал, действительно покупается. Переходим снова в ShopDiz и видим, что баланс попустил на 50 рублей. Вот и весь принцип ShopDiz. С вами был Ишков Виталий и дополнительный видеоурок к онлайн-тренингу «Сила креативного дизайна».